Георгій Вашадзе, я вас запрошую тепер до трибуни. Георгій Вашадзе, радник голови адміністрації президента з питань реформ і один з авторів законопроекту про Вищий антикорупційний суд, який ми сьогодні тут обговорюємо. Пане Вашадзе, ви сьогодні на комітеті казали, що ви вже чудово розумієте українську мову, відповідати будете російською, але розумієте все, про що йдеться, так? Добре, тоді запитання. У своєму листі від січня цього року Міжнародний валютний фонд категорично вказав, що він не приймає варіант законопроекту, який є, а вимагає, щоб там були ухвалені норми Венеційської комісії і ті, які він хоче побажати. Той же ж Міжнародний валютний фонд, до речі, сказав, що Україна щороку втрачає 2 мільярди доларів своїх бюджетних надходжень від корупції. І ми з паном Парубієм уже почали цю тему, і тепер я з вами хочу її продовжити. А чому ніяк не вдається домовитися про цей принциповий пункт права вето для міжнародних учасників відбору суддів, на якому наполягає і Венеційська комісія, і Міжнародний валютний фонд? Хто проти і чому? Смотрите, в первую очередь вспомню, что несколько месяцев назад, когда инициировался этот закон, мы были у вас в студии, и тогда как раз была огромная, так сказать, критика против нас, говорили, что вот вы написали закон, который против всего абсолютно, и почему вы такой закон написали. Процесс, как только с деструктива перешел в конструктивную плоскость, мы очень четко показали, что архитектура этого закона, законопроекта абсолютно соответствовала рекомендациям Венецианской комиссии. В чем была роль в этой ситуации нашей команды? Была роль максимально сблизить разные позиции, которые есть. Прорыв в этой ситуации был месяц назад, когда мы были в Вашингтоне, когда фактически закрылись вместе с экспертами МВФ в комнате, и разные варианты тех статей, которые, где у них были вопросы, мы обсуждали разные варианты, и как раз тогда мы согласились фактически на 90% разных решений, которые в этом ситуации есть. В чем у нас сегодняшняя ситуация и что самое главное сегодня есть? В первую очередь подсудность, критерии, которые предъявляются судьям антикоррупционного суда, независимость самой судебной системы, организационная, финансовая. Все-все это абсолютно уже очень детально расписано в законопроекте. И были рекомендации не только со стороны МВФ или Венецианской комиссии, но и со стороны депутата. Очень интересные были предложения, которые мы очень детально обсуждали и предусматривали в этом законопроекте. Я думаю, что результат вот этого конструктивного механизма, который мы смогли построить, был сегодняшнее слушание на комитете, где фактически все присутствующие единогласно поддержали те поправки, которые надо внести к второму чтению. Тогда тоже мы изначально в процессе говорили, что мы сейчас должны одобрить принципиальный законопроект, чтобы процесс начался. Потому что я согласен, что где-то полтора года этот процесс был, так сказать, унисонно входил. Все говорили насчет антикоррупционного суда. Ну, от чего отталкиваться? Вот что база, от чего мы отталкиваемся? Такого не было. Да? Наша команда как раз в этой ситуации зашел в этом процессе. И как раз мы предложили нашу версию законопроекта. И я думаю, что процесс начался. Процесс начался, и конкретно все детали были пройдены. И сегодня я могу однозначно... Деталі, але крім цього найважливішого, який секретар Венеційської комісії сказав, що це найважливіший момент, і по ньому нема узгодження. Чому? Смотрите, этот найважливіший момент, это роль міжнародних експертів, состоїть із нескольких компонентів. В першу чергу, буде ли рішаючий, так сказати, блокируючий голос у міжнародних експертів? Принципіальне согласие є, що да, буде. Но є новий механізм, який якраз ми предложили в этом случае. Ну, є два варіанти. Сейчас перший варіант, як спикер парламента сказал, что идет на апелляцию ВККС, обратно возвращается, окончательное решение принимает совет международных международный экспертный панель. И вторая версия, когда после негативного решения создается общая рада из 23 членов, где 16 членов ВККС и 7 членов международной рады, они совместно принимают решение 2/3 голосов, где обязательно должен быть голос со стороны международного международного эксперта, который будет участвовать в этом случае. Принципиально о механизме мы сегодня договорились. Это было самое главное. Продолжаются разговоры насчет того, какая должна быть пропорция в этой ситуации. Есть разные мнения, но я думаю, что завтра, максимум послезавтра будет решение насчет этого вопроса. Если мы сравним, когда мы начинали, где были позиции, где мы сейчас, механизмы решены, как это может выглядеть, как раз это один,
много альтернатив, которые в том числе наша команда предлагала этим сторонам. Механизм решен, и у международных экспертов будет очень серьезный, влияющий, ключевой, не знаю, там, решающий роль в этом процессе. И самое главное, как раз был вопрос насчет конституционности. Я абсолютно 100% могу сказать, что 100% эти решения соответствуют Конституции Украины, 100% соответствуют суверенитету страны, соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и, самое главное, гарантирует независимость отбора судей, которые так важны для Украины. Дякую, пане Ихну. Добрый вечер. Я вот сегодня активно слушала комментарии ваши. Вы в одном из комментариев сказали, что прецедент, ну вот создание такого антикоррупционного суда и принятие такого законопроекта важен и для других стран, как прецедент там Грузии, Молдовы, и для самой Венецианской комиссии, которая обычно является сторонником таких классических подходов. Вот что все-таки имелось в виду? Абсолютно новый стандарт, который вводится. До сих пор я очень часто участвовал в переговорах и разных обсуждениях в Грузии, когда насчет судей судебная система шла, вопросы дискутировались. То же самое в нашем регионе. Абсолютно новый стандарт для всего региона создается. Когда роль международных экспертов, которые назначаются международными организациями, будет очень влиятельным в процессе выбора самих судей. Я думаю, что как раз этот прецедент, который сейчас Украина может создать, может использоваться в том числе в Грузии, в Украине, в моей родной стране, в Грузии, Молдове, не знаю, там, в других странах и так далее. Я думаю, что как раз для этого прецедент, где мы сейчас участвуем все вместе, играет очень важную роль. Еще раз, в чем проблема судебной системы в нашем регионе, в любой стране? Нету доверия. Нету доверия. Почему? Потому что непрозрачный отбор судей, нету организационной или личной независимости и гарантии для судей. Я думаю, что антикоррупционный суд, законопроект, который сейчас есть в Верховной Раде, абсолютно дает все эти гарантии. И как раз в этом принципиально расходится к старым подходам, которые были во всем регионе. Если посмотреть, я просто обязательно должен сказать, законодательную базу в Грузии, Украине, Молдове, во всем нашем регионе, фактически эти системы копированы друг от друга. Понимаете, это была общая, так сказать, стратегия реформ, которая велась насчет судебной системы. В Грузии сегодня доверие к судебной системе всего лишь 12%. Самое низкое доверие в Грузии между институциями есть у судебной системы. Я надеюсь, и сегодня на перерыв с Венецианской комиссией тоже говорил об этом, я надеюсь, что очень быстро такие же рекомендации появятся для Грузии. В свое время, в прошлом году, позапрошлом году, я в Грузии инициировал конституционную комиссию, поправки, где должны были участвовать иностранные граждане в решении некоторых дел, особо важных дел внутри страны, к сожалению, тогда были отклонены такие рекомендации. Я надеюсь, что этот прецедент будет важен для всего региона, не только для Украины, поэтому мы здесь и поэтому Дякую. Мы активно участвуем в этом процессе. Пан Сабунин, мое запитание. Я вас запитаю як радника голови адміністрації президента. Все ж ви представляєте їхню позицію. Суть дискусії, якщо спростити, полягає в тому, МВФ і Венеційка говорять, ми хочемо, щоб роль міжнародників в вето була більшою. Народний фронт з цим погоджується, там дискусія по процедурі. Б'ють, якщо батьківщина, якщо я правильно розумію, теж не проти, питання в процедурі. Так само Самопоміч. Є лише один гравець, який весь цей час продовжує наполягати на меншій ролі міжнародників. Цей суб'єкт переговорів – адміністрація президента. Я з поваги ставлюся до цієї позиції. Він народообраний президент, і ви представляєте його як обраного президента. Я представляю тут фонд інновації розвитку. Ви радник голови адміністрації президента. І в мене конкретне питання. Не проблема. Яка логіка лежить за тим, що адміністрація президента весь цей час наполягає на меншій ролі міжнародників. Бо насправді це було проблемою Понятно з рухом закону. Я закінчу. І відсутність стран, що МВФ восени штовхнула цю дискусію нарешті в парламент. Так яка була за цим логіка адміністрації? Адміністрація президента не противоречить этой позиції. Это раз.
Второе, что все решения, которые сегодня есть в этом законопроекте, на что есть стопроцентное согласие со стороны МВФ и со стороны Венецианской комиссии, как раз нами разработано вместе с администрацией президента. В том числе, я помню, как раз несколько месяцев назад, когда мы тут были, насчет подсудности, сколько мы говорили, насчет критерий отбора, сколько мы говорили. Все эти решения, которые сегодня заложены в этих законопроектах, как раз мы очень детально проходили с администрацией президента. Что касается подхода, какой роль? Можно закончу? Пане Собунин, зараз закінчить. Проект закону президента суперечить цим пропозиціям. Тобто те, що ви зараз говорите, суперечить редакції закону, який вніс президент. Тобто була одна редакція з одними напрацюваннями. Извините, пожалуйста, я думаю, що... Извините, пожалуйста, если вы опять хотите деструктив устроить в том позитиве, который сегодня есть, можно закончить. Я очень хорошо помню ваше заявление. Как вы говорили, что надо было этот законопроект вынести с Верховной Рады, новое что-то написать и так далее. У нас сегодня есть решение, что в четверг через три дня мы можем принять законопроект. Правда ли оказалась наша позиция, когда мы вам говорили, что ничего не надо отзывать и надо дорабатывать этот законопроект. Если вы хотите сейчас обмануть граждан, которые тут сидят, как будто первое чтение и второе чтение это одно и то же, нельзя поправки делать в законопроекте, это неправильно будет. Вы можете назвать хотя бы один законопроект, где без поправок принимали вторым чтением законопроект и не было никакой инициативы. Еще раз говорю, назначили генпрокурором по такому закону. Можно закончить? Я говорю насчет системных законопроектов. Еще раз говорю. В этом случае мы создали архитектуру законопроекта, которая дала возможность открыть дискуссии по всем направлениям. Открытость администрации президента, Верховная Рада, депутаты, не знаю, разные люди, которые участвовали в этом процессе, а очень четко показали, что они открыты дискутировать, обсуждать, как лучше все это регулировать, чтобы пройти очень важный тест. Тест того, чтобы соответствовать Конституции, соответствовать международным рекомендациям и создать систему, которому будет доверять граждане Украины. Исходя из этого, сейчас говорит, что законопроект противоречил чего-то, когда мы это не инициировали, неправда. Потому что вы также говорили, что, еще раз повторю, что мы должны были отозвать этот законопроект, президент должен был отозвать и заново инициировать. А мы сейчас на финишную прямую. Вы хотите это или нет? Обязательно создадим антикоррупционный суд, который будет примером для всего региона. Вот это сделаем мы обязательно. Пане Вишневе, запитання було в інше, в логіці. Чому відстоюють цю логіку, що треба не дати право вето остаточним міжнародним експертам? Нет, смотрите, мы абсолютно новый механизм разработали. У нас это было 12-е предложение обеим сторонам, которые участвовали в этих переговорах, которые мы сделали. В чем логика нового предложения? Вместо того, чтобы сделать конфронтацию между международной панелью экспертов и конфронтацию между ВККС, мы предложили, чтобы создать общую раду, которая будет две трети большинством принимать решение. В этом случае в решении будет участвовать, в том числе и международные эксперты, у которых будет право вето внутри этого решения. Если не будет с их стороны согласия, тогда не будет назначен конкретный кандидат позицию суда, судьи, которая, на что есть вакансия. Еще раз говорю, это процесс переговоров. Это процесс конструктивный, а не деструктивный. Вы ни одно заявление негативное последний месяц не слышали от АМФ, от Мирового банка, от Венецианской комиссии и так далее. Знаете почему? Потому что мы после 2 месяца активной работы смогли создать тот процесс, которому доверяют и АМФ, и Мировой банк, и Венецианская комиссия. Зрозуміло. И вот у нас есть результат конкретный. Дякую, пане Лещенко, еще мое запитание. Громадяни України, вони зрозуміли всю логику, тому що емоцій багато, а суті мало. Коли кажуть, що процес стояв, і от тільки президент це штовхнув, це неправда. Група депутатів, в тому числі і я, вносили законопроект про антикорупційний суд ще рік тому. В вересні минулого року президент стояв перед міжнародною аудиторією в Києві на Ялтинській європейській стратегії і сказав, що антикорупційному суду в Україні ніколи не бути, бо він ніколи не потрібен, він є десь в африканських країнах, і взагалі не посягайте на наше право робити, що ми хочемо в цій країні. В жовтні Венеціанська комісія дає свій висновок, в жовтні минулого року, що
депутатський законопроект може бути хорошою базою для ухвалення цього закону, але тільки президент є право ініціативи цього законопроекту. І в цьому рішенні Венеціанська комісія каже, що міжнародні експерти в процесі відбору суддів повинні мати не рекомендаційну роль, а визначальну. Тобто від їхнього слова має бути, проходиться суддя за принципами доброчесності, чи він є корупціонер. Тоді ще в жовтні минулого року, 22 грудня минулого року, президент подає законопроект, де робить прямо навпаки, всупереч рекомендації Венеціанської комісії. 22 грудня. Пройшов грудень, січень, лютий, березень, квітень, кінець вже травня. Немає досі антикорупційного суду, тільки тому, що президент всупереч рекомендації Венеціанської комісії вніс законопроект в редакції, яка суперечила рішенню Венеціанської комісії. Тому що немає бажання віддавати право іноземним незалежним експертам займатися відбором доброчесних суддів. Станом на сьогодні ми загрязли в цих поправках. Замість того, щоб подати законопроект, який би відповідав рішенню Венеціанської комісії. Я дуже добре розумію, що у політиків є свій політичний адженда, як називається, що обов'язково должны со всего хорошего сделать все абсолютно плохое. Я очень четко скажу, как раз законопроект, который вы зарегистрировали в парламенте, как раз этот законопроект мешал вообще продвижению этой системы. Вам тоже сказали, что обратно вы вынесете этот законопроект, чтобы процесс двинулся. Это раз. Второе, что президент неоднократно, почему мы пришли в администрацию президента, я прямо скажу, президент неоднократно обращался к там, в том числе в Верховной Раде, не регистрируйте законопроекты, принесите законопроект, который будет разработан некой группой парламентской, депутатов, который я подпишу и будет инициирован этот законопроект. Можно закончить? Я не перебивал вас, извините, пожалуйста. Третий момент, да, в этой случае я прямо говорю, что исходя из того, что с 2014 года наша организация, Фонд инноваций и развития, активно участвует в разработке очень многих реформ, которые сделаны в Украине. В том числе как раз наша команда работала над имплементацией законопроекта по антикоррупционному бюро, и мы детально создавали процедуры создания этого бюро. Поэтому я думаю, что один из важных моментов, что за 6 месяцев после избрания главы антикоррупционного бюро начали реально расследование антикоррупционного бюро, потому что мы заранее предусмотрели все организационные проблемы, которые могли быть там. Даже я лично ходил, прямо говорю, я лично хотел для того, чтобы выбрать здание антикоррупционного суда и антикоррупционного бюро, для того, чтобы это было все подготовлено. И эта система сработала. Что касается, да почему до мая? Я фактами говорю, ребята, я не говорю, не корчусь рожами, извините, пожалуйста. Что касается законопроекта президента, почему нам понадобится до мая месяца все это? Неоднократно я и вам публично предлагал, и всем предлагал, вместо того, чтобы создать конструктивный процесс, дискуссии, чтобы сблизить разные позиции, вы даже не хотели участвовать в этих обсуждениях. Не хотели участвовать. Вы публично критиковали абсолютно все. Вы, извините, пожалуйста, но врали, когда говорили, что кто-то хочет загрузить этот суд. Там будут 1000 дела, там будут 3000, не знаю. Это неправильно, потому что статистику, посмотрите в первую очередь. Кому вы обращаетесь? Извините, по статистику. Кому вы обращаетесь? В том числе к вам, потому что я тогда в эфире вам предлагаю, извините, пожалуйста. Вы, как представители не государственного, не НГО организации, я вам тоже предлагал тогда в эфире. Давайте сядем. И пройдем все пункты. А вместо этого то просто публичная критика. Вот там, где мы смогли создать конструктивный процесс, мы дошли до конкретного результата. Остается половина вопроса. Я уверен, что эта половина вопроса тоже будет решена в ближайшие дни. И в четверг, я надеюсь, что Рада проголосует за антикоррупционный суд. Уточните, кто конкретно из присутствующих тут обманывал? Как? Кто конкретно обманывал? Наши друзья очень часто говорили, что законопроект прописан так, чтобы загрузить антикоррупционный суд очень многими мелкими делами, для того, чтобы антикоррупционный суд не смог заниматься крупными делами. Несмотря на то, что мы говорили, что 30 тысяч это долларов, это 500 минимальных единиц, это где-то 750 тысяч гривен, которые есть лимит по рассмотрению дел, в том числе в антикоррупционном суде, они говорили нет. Потом мы посмотрели статистику,
оказывается, всего лишь пару сотен дел в год. Есть таких, которые могут теоретически попасть в антикоррупционный суд. В этом и есть. Смотрите, самое главное, я просто одно хочу обязательно сказать. Я не только в Украине работаю, я работаю в других странах, очень часто езжу в разные страны. Проблема состоит в том, что я очень хорошо понимаю, почему есть полная фрустрация в народе. Почему? Потому что, к сожалению, не только правительство неправильные шаги делает, и не только они неправильные шаги делают, в том числе неправительственные организации очень часто, не обосновая свои доказы, не знаю, там разные определения и разные обсуждения, они просто хотят кого-то, не знаю, там слить кого-то, на кого-то напасть и так далее. Вот так было и в январе, и феврале, когда вы наезжали прямо на нас, а мы вам показали конкретный результат. Четверг будет, я надеюсь, закон, который будет исторический для этой страны и для всего региона. Дякую. Георгій Вашадзе був біля центрального мікрофону.